Согласен, Рома. Мапа с не забывается. Ебать, я вам сказал то, что я делаю следующий чек, не вижу на вас того, что на вас должно быть, блядь. Начинаем множить ГП. Доходит до косаря, летите нахуй просто. Хотя у меня уже желание нахуй вас двоих послать. Сопрот есть кого? У меня 12 минут осталось. Не в дискорде, он просто не слышит. Он уже писал, что он с телефона. Мне больше потом расскажут, когда саппорт выпал, блядь. После второго ГП это его выпал, блядь. Сники чего не хватает? Фином, а смирись, ну подохли, подохли на куполе, похуй. Я походу догнал ближай, ну, переднюю стену. Потому что я эту хуйню не ловил бы, я один бежал, блядь. Задняя далеко, далеко была, блядь. Получилось, что я переднюю догнал. Продолжите пиздить в чат вместо того, чтобы бить еще одну панакину и мурлу в том числе. Не вижу, как ты бьешь. Слышу, не слышу. Разошлись штормы.
зашли шторм. Переводи трэш на другую сторону. Большого забери, шайку, пока банку закрывает. На мне уже. Сейчас не успею. Максимум секунд, Лёх, успеешь? Там еще один стак. Стопните. Стопнули, по-моему. Дали довести. Закрыли. Разошлись на шторм. Шторм. Серега, ты макрос вытащил? Дима, создай какую-то голову. На выстрел почти. Марин, по голову, да, если есть. РДД большого собирали за мили. Каста Гимн сдам. Так что если есть тотем, ставь, Лёх. Луч. Вынесли. Кто там стоит? Да, нормально тут все. Так, я уберу метку. Закрыли. Семь стак. Луч. Вынесли говно. Ну, Рот, почему у вас там плавень лежит, мне интересно? Не знаю. Там плавень, аккуратно. Маринка опять вылетел, что после коллапса перейдал на ту сторону. По Тимуру лапу рибав. Быстрее до коллапса это сделать. Это сделать. Паш, ты там свободно, иди сюда. Иди к нам с Тимуром, луч. Настя, ты тут подымать? Пять соло, я не знаю. Иннер вставил рейтинг. Луч. Плавень вынесли. Помогайте, блядь.
Аливрес? Да. Будем бить без шари. У меня есть, да. У тебя есть? Да, да. Третий танк, думаешь, нам нужен? Вы не справитесь? Справимся. Ну, значит, нужно ДД поднять, нужно Мурлока поднять. Лёши нет. Ну, Лёша крест должен быть. Пикай пламя. Помогаю тебе один, блядь. Не заходим. Ой. Понятно, нахуй, давай, диван. Почему осталось монитор закрыть их вообще? Бля, метеорит ебёт пиздец, конечно, блядь. Два раза по 40к, блядь. Ты там 1-2 было. Паш, я встану к Мурлоку? Нахуя? Там ебланит. Там не закрывать метеоры. Там пламя тоже нормальный был, кстати, у нас прям. Назар, стой там, страхуй, где это, где стоишь. Я просто перейду на крест. И Маринка станет на череп. Что-то, кажется, проблема между троном и местью сюда. Да, вот я поэтому туда и стану, чтобы соло закрывать шаром. Что я там два раза просто сдох соло, и химнус тоже сдох. Блять, как странно получается, есть три мага, блять. Чтобы соло один закрывал, я только раз видел. Хуй его знает, как сработал. Закрывал. Ну я и говорю. К нему бежишь, он такой, не, нихуя, я сам. Какую душу создавать, непонятно. Не работает. На коллапсе ты можешь молдануться, на монитёре нет. Включай на пол. Таня, интересное предложение. Каих на хп, пожалуйста. Запустил. Да, мне не надо пиха, я же алхимик. Ой, гашение идет такое же, блядь. Пишет 50. А метеорит чем бьет? Огнем, Паша, огнем. Кувалдой, блядь. Ну, 225 вроде как. Дело не в этом. Ты ловишь дикое пламя, получаешь доп. Урона следующего. Там точнее, вкусный. Ловишь метеор, получаешь урон от следующего метеора больше. Там на втором метеора. Закрыл один, на втором тебя больнее прилетит гораздо. Дмитрий вказан, так идет. Ты что, с дебафом типа не закрывать, что ли? Нет, закрывать, но втроем. Втроем под сопротом 40-тонный хп. Именно для этого все это говно и делается. Просто дебафа не должно быть от пламени. И дикого пламени не должно быть. Вот и все.
накрас не забудьте вынести на купол. Ушли. Три не добрал, да? Да, ну да. Я этот сторону пережидаю себе. Не надо пока, пусть подведет. Отлично, не залили. Переводи трэш на другую сторону. Моба большого там делайте. Большому. По большому. Не в туалет, по большому, блять, а моб. Нет, сыграли все. Кардуля. Разошлись. Бейте большого. Через видео включу. Фидма с Лёхи закинь. Сейчас, да. Далее. После перехаза дам гим. А, додавить. Войд, заберешь, я поднимаю этот. Луч. После луча встань. Павень вынести. Закрыть метеора. Лапку не могу бы. Дал, дал. Закинул. Луч. Вынести херню.
На ком было в кресте дикое пламя? Паладин, по-моему, какой. Как вы умираете, господи? Орест. Просто... Хуй его знает, блять. Случай. С кубиком, может? Никого, нахуй. Ну, как хорошо, качественно бит, блять. На дно? Да, на дно. Дайте диван, что-то откуда делать. Может, тогда не 40, а 50 тысяч рублей себе сделать. У меня 53 не получится, вот максималка. Я думаю, что, Серега? За стол, блядь, куда нахуй? Нет, мы же вздыхаем, надо что-то делать с этим. Прибить камни на стамину, да, брюлики на стамину. Да-да-да, это пизда, блядь. Ну, почему нет? О. Может, вздыхать перестанем. Марин, ты лагаешь или что? Да, у меня еще не лаги какой-то. Значит, будем в одного лока. Мурлок. Будешь косноязычие кидать? Давай в Баларан тогда. Фильмас, тебе Тимур вопрос задает. Чё? В чате. Не вижу. Да. Запустим. Ну, по присмотрим, запустим. Я в ком. Ты? Да. Скажите, а что такое огневорот? Это ауешка, когда она... Да, лужа идет. Когда... Лужа. А, лужа. Ну да, спасибо. Это пламени в одно. Как хрень называется? Круг, который расшаривается на других. Дикое пламя. Финмас, Тимур просит тебе дикое пламя выносить. То есть выносить? А куда его выносить? Конечно, выносить, блин. Вот стоит рейд, ты вносишь. Пава, а не я выносишь. Один его, Астадинова. Чего вы мне объясняете, как его делать, блин? Я что, не знаю, что... Дима, Марка сразу себе вытащи. Чё? Я дупло. А, у меня вынесено. Сейчас в кресте кто-то, блядь, с диким пламенем забежал, хотя там было человек 5, наверное, шарили метеорит, блядь, и один хуй остался там, блядь, в этом трубе, блядь. Олег. Секунду. Кристин, нет, Тим, это не он был. Танк или Михила, я даже не знаю. На него оно расшарилось. Типа на Тимура кинуть или на банку? На Тимура. Что, я на Тимура кину. Запускаем. Сопрот перепроверили.
Паша, почему у тебя не ставятся метки на тех людей, кто с этой такой хуйней, которую шарить не надо? Люди ставятся. Не ставятся. Ставятся на тех, кто с помним. Вот. Я просто пролистал, хотел найти этого гения, но не нашел. Бля, забыл шмотки переодеть. Че, ты не сохраняешь? Вот мне такой метеор. Даже спавнить по себе гейзером. Если стать на край метеора. Не на ход план. Но нельзя не заразит, если человек в центр забегает. Сыпем говно на все. Остальное что-то будет. Уводи трэш отсюда. Что просто не убытка стоит? Какой ты сушение? Расскажите могу как-нибудь разницу скиллов. Еще один, блядь. Паникер, блядь. А мобов рядом не было тебе. Прибегать будете, нет? На другой стороне уже должны все стоять. По-большому сейчас играет. Данка, поднимешь потом? Угу. Что, растет? Нет, бас лопату подниму. Разошлись. Хватит бить хантами точечно моба, не надо, хватит. Дайте ему стаки набрать. Так. Перешел в эту сторону. Чего? Ничего, там, блядь, портал остался. По
помнишь, ты мне говорил, типа, хули ты стоишь, ждешь, нормально же закроется, вот. Не закрывается он нормально. Я моба завел. Ты привел моба, и он не закрыл никуда. Разошлись. То есть понял, потому что я привел, он начал кастить, я убежал рыцарь. Ну вот. А, так я же искал после. Ясно. Так, на моих разных вещах, вот ты не очень понимаешь. Я понимаю, ты убежал до того, как он так оставал. Да. То есть нельзя. РДД большого слить миники мелких. Быстрее. Ну уж не улетает еще, да? Да. И купол не жмется только с макросом. Не, нормально жмется. Не знаю, где прожил. Ну, за это он три раза прожимался. А мне куда? Так, куда захочу? Да. Предположительно, проблемная сторона это 12 часов у трона. И я думаю, что вынести плавит. Метеоры. Луч. Вынести плавим. Ползли. Вынести плавень. Получи. Метеоры. Ушли мили. Не успеем докладываться. Ну, знаешь, что поспал. Должны. Лёха, тихо. Тишину создали. Лёха, и чё с тотемом? Есть? Три минуты, когда? Иннер кинешь в полироле. Банка закинь свой в Блэкбери. 50 секунд. Я гимн под это все сдам просто. Это 50 секунд. Бейте, не выносите. За агро следите только. Натиск. По центру не стоять.
Что такое хил? Копия. Понял, банк, да? В Леху, короче, конечно. Луч. Натиск. Еще два поставить мне в луч. На край отходим, прохиливаемся. Копья. Гнев пошел. Не неситесь так, ёпта. Вперёд не ломись. Че по БРам? Ничего? Не надо, в принципе, похуй. Убивайте ее просто. Натиск. Натиск. Блять, танк с кучей адов может отбежать от натиска, вы, сука, не можете, да? Да. А что, кто-то поймал? 23, 59. Да, поймали. Я не видел такого урона, что поймали. Ну, одну сферку поймали. Ну, одну, может быть, кто-то поймал. Ну, представь. Один умерший, но один. Да? Обидно, если бы на натиске там мы бы сдохли, блядь. Ну, был шанс. Кстати, 4 сверки поймали, а не одну. Это было такое же, как и космо, блядь, понимаешь? Полыебалось на этом, блядь. На щите, блядь. Я 2 фера поймал, блядь. На шара, блядь. Ну, дупло пришел, затащил с первого трая. Нахуя он там затащил, в рекаунте даже нет, блядь. Зато метеоры позакрывал. Ну, метеор может быть, блядь. Петишь? Ага, да. Хотя какой там метеор, блядь? 12 тысяч, один где-то закрыл. Просто, блядь. 20 место. О, трусы. Неужели?
Тут у всех по 600 кан. Бля, когда можно за ножом идти? А можно тапки вот вместо трусов? Кстати, счастливее. Паш, у нас сейчас это сердочение будет так же отлетать, да? Чем? Ну, типа оно будет за фул отлетать. Кто? Сосредоточение, не команде.